Громкие скричеры. Возрождение стрельца. Где это я? А, Ринга! Ринга! А, больно! Да, начинаю вспоминать, что произошло. Мы были вдвоем. Врата поглощения! А? Мы проиграли. Выходит, что Грег победил. Ринго! Рободжу, где же вы? Ринго! Рободжук! Где же они? Я что, здесь один? Ринго, только бы ты был жив! Ну что же, надо понять, где я оказался. А? Что это? Тревога, тревога! Впереди какое-то существо! Рободжук, это ты! Я нашел тебя! А где Ринго? Постой, постой! Я никакой не робот-жук! А? Мое полное имя – умный робот-малыш в виде насекомого с памятью для консолидации данных. Робот-малыш? Да, но называй меня полным именем. Хм, поверить не могу. Они не погибли от взрыва, который я устроил. Они же неподвижно лежали на полу. Как им удалось выбраться? Ну ничего, я все равно вас устраню своими собственными руками, космические воины, вместе со вселенной Эра. Думаю, я начну с тебя, Ксандр, воин стрельца. Готовься. Хочешь сказать, что мы не на планете Страж? Нет, это не Страж. Он очень далеко отсюда. Мы на Санблотере. Что? На Санблотере? Но как я здесь оказался? За вас? А? Что это такое? Это наш Бэйтаун. Самый большой город и крупнейший порт. Здесь проходит торговый путь вселенной Эра. Вроде местные жители выглядят счастливыми. Да, верно. Сюда прилетает очень много кораблей с других планет. Каждый день здесь очень много народу. Ой! Эй, подожди! Да, здесь очень приятное место. Ну все, дружок, мне пора. У меня много дел. А? Все, прощай. Эй, подожди, робот-малыш. Мне надо больше узнать про планету Санблоттер. А! В чем дело? Сила стрельца пропала. Нельзя терять время. Надо связаться с принцессой и все ей рассказать. Прости, я не могу тебе помочь. Может, они смогут. Да, добрый день. Скажите, можно у вас позаимствовать радиоприемник? Это срочно. А? Говори громче. Я не слышу. Скажите, можно мне взять ваш радиоприемник? Пожалуйста, это срочно. А! Разве можно так кричать? Уходите. Не понимаю. Сам просил говорить громче. Ну ничего, не переживай, дружок. Меня зовут Ксандр. А, хорошо, буду знать. Да, плохо дело. Думаю, что Лакин и Янг волнуются. А? Лакин? Я где-то слышал это имя. Ну, конечно. Она принцесса с главной звезды. Ах, да, точно. А откуда ты ее знаешь? Ты выглядишь как обычный мальчик. Это потому что я унаследовал... А? Что? Говори погромче. Космическую силу. Я воин стрельца из 12 космических воинов. О, ты шутишь? Ты один из воинов? Не может быть, докажи. Я сейчас не могу. Но поверь, я говорю чистую правду. Сейчас вселенная Эра в опасности. Вот мы с принцессой путешествуем, чтобы найти всех воинов. Для того, чтобы Рошан не возродился. Но людям все равно. Все потому, что люди зарабатывают на торговле. И у них богатая жизнь.
Получается, что они совсем разучились думать о других, сосредоточившись только на себе. Ясно. Что? Ты голоден? Да. Можно я возьму? Конечно. Эту сосиску. Берите. Можно? Конечно, берите. Вот, спасибо вам. Добрый день. Можно взять еду? Что? Тут для тебя еды нет. Вы что? Он один из космических воинов. Почему бы вам его не угостить? А? Что? Он воин? Ты шутишь? Лучше бы нашел другой повод, чтобы попросить у нас еду. Насмешил. Эй, смотри, убежал! Он обманщик. Они мне не верят. Ну ничего, дружок, вперед. Да, следуй за мной. А? Что это за место? Скажи, куда это мы попали? Это курган в честь нашего легендарного покровителя. А? Легендарного покровителя? Выходит, это он? А почему он весь зарос травой? Ну, много лет назад люди приходили поклониться ему. Говорят, что наш покровитель появится, если планета будет в опасности. Но теперь люди думают только о себе. Редко кто вспоминает об этой легенде. Вот почему здесь запустение. А они не думают, что Рошан может разрушить Вселенную, и Санблоттер не избежит этой участи? А? Так это правда? Угу. Но чтобы этого не произошло, мы с братом проделали долгий путь через всю Вселенную Эра. Наша команда вместе ищет космических воинов по разным планетам. Однако мы потерпели поражение от Грега на планете Страж. Наш друг Робот-Жук погиб, а Ринго пропал без вести. Подожди, ты назвал меня Роботом-Жуком, значит, я похож на него? Угу, ты такой же, как он. Выходит, что ты брат нашего робота-жука? У роботов нет братьев. Может, он новая версия меня? Моя серия роботов была популярна во Вселенной. За счет наших функций мы относимся к новейшему поколению. Наша работа получила очень высокую оценку. Все последующие роботы были сделаны с моими функциями, потому что я лучше всех помогаю людям. Ну все, можешь не рассказывать. Я и так знаю, что ты молодец. Нет, я совсем не молодец. А? Меня послали сюда в качестве робота-администратора. Но я часто делаю ошибки из-за безалаберности. Поэтому все меньше людей приходит сюда. Выходит, что сейчас я один защищаю планету. А? Да, это, конечно, плохо. Я бы хотел увидеть робота-жука. Наверное, он идеальный. А я хочу найти своего брата. Не знаешь, где он сейчас? Дружок, я бы хотел тебе помочь. А? Спасибо. Да что ты, не за что. Я рад, что ты так долго со мной разговариваешь. Выходит, что мы с тобой помогаем друг другу. Да, мы помогаем друг другу. Вот только боюсь, что на этой планете никто не сможет мне помочь. А сам я не знаю, удастся ли мне как-то связаться с принцессой Лакин и Ринго. Кто знает? А? Но ведь ты не один. Я твой друг и поддержу тебя. Давай ты отдохнешь, а потом мы найдем тех, кто тебе поможет. Спасибо, робот-малыш. Ты прав, я не один, нас двое. День на исходе. Ты храпишь прямо как робот-жук. Что это? Ох, нет, там огромный корабль, он атакует планету. Что? Да что происходит? Такое? Что это за корабль? Не понимаю, что происходит. Эй, смотрите! Выдайте мне космического воина. Я знаю, что он сейчас прячется где-то на вашей планете. Предупреждаю вас один раз. Отдайте его мне, да поскорее.
А иначе я разрушу весь ваш город за секунду. А? Да я его видел. Он вчера был у меня. Ты в порядке, малыш? Не бойся, все хорошо. Он идет. Да, смотрите, вон он. Мы его нашли. Что происходит? Это ты, космический воин? А, ну да, это я. Ты точно космический воин? Да. Так, значит, это ты виноват в наших несчастьях. Что? Вы о чем? Из-за тебя на нас напали злодеи. Армия Рошина атаковала нашу планету из-за тебя. Правильно, да. Идем с нами. Быстрее. Дружок. Вот, мы привели его вам. А? Грег? Это ваших рук дело? Да. Я сказал им, что если они выдадут мне космического воина, то их город не пострадает. И вот ты здесь. Я знал, что так будет. Нет! Ну что, теперь ты в отчаянии? Открой глаза и оглянись вокруг. И этих людей собирались защищать ваши воины? Зачем вы так? Ай! Знаете что? Если космического воина поймают, вся вселенная Эра будет в опасности, вы понимаете? Тихо, робот! Все, робот, не надо! Но, Ксандер! Ха, бедный воин-стрельца, теперь ты понял, что чувствовал 13-й воин, когда 12 космических воинов взяли и предали его? Как бы ты ни старался, тебя они тоже предадут. Понятно? Все, что ты пытаешься сделать, совершенно бессмысленно. Злодей! Ну что, воин-стрельца, Ксандер? Думаю, теперь ты должен возненавидеть всех людей на этой планете. Что? Отомсти им. Будь с нами. И тогда ты сможешь уничтожить всех, кто тебя предал. Даже не думайте. Я на это не пойду. Да что ты. Да ведь они предали тебя. Я космический воин. Несмотря на то, что они предали меня, я их не предам. Так же, как и Вселенную. Ха, да ладно. Пусть я потерял силу космического воина, ничего. Я буду защищать людей, потому что такова миссия космического воина. Простите, что навлек на вас беду, и из-за меня вы в опасности. Если надо пожертвовать собой, чтобы спасти всех людей на планете, я с радостью это сделаю. Но обещайте никого не трогать. Из жителей планеты Санблоттер. Взять его! Приступай, Шэдоу Фэнтом! Эй, что вы делаете? Не приближайся к нему! Вы же обещали их не трогать! Я ничего не обещал, тем более тебе. Осторожно, Ксандер! Робот-малыш! Что ты наделал? Прости меня, это все из-за меня. Ты мой друг, забыл? Мы должны помогать друг другу, защитить Вселенную. Ксандер, прошу тебя. Робот-малыш! Прощай. Верните его! А? Верните мне, моего брата Ринго, моих друзей, робота-жука и робота-малыша. Верните их, Грег. Я требую, чтобы вы вернули их всех обратно. Слышите? А? Ко мне вернулась сила стрельца! Да! Скричер Диск! Заряжаю! Выходи! Сторм Най! Скричер Трансформация!
Слушайте, нельзя думать только о себе. Если не остановим армию Рошана, он уничтожит все планеты во вселенной Эра, и тогда никто не сможет спастись. Поэтому нам нужно что-то делать. Нам нужно стоять друг за друга, и тогда мы победим Рошана. Стормнайт! Это бесполезно. Врата поглощения! Стормнайт! Ну все, я победил. Нет, неправда. Я просто так не сдамся. Да, он прав. Улетайте! Оставьте нас в покое! Мы за тебя! Космический воин! Ты его победишь! Космический воин! Мы тебя поддерживаем! Раз ты, мальчик, борешься против них, то как мы, взрослые, можем остаться в стороне и ничего не делать? Правильно, это же наша планета! Мы поможем тебе защитить ее от врагов! Ура! Вот она, сила легендарного покровителя нашей планеты. Робот-малыш? Ты герой. Ты смог пробудить в людях смелость. Вера, которая у тебя в сердце, помогла тебе разбудить великую силу Стрельца. После поражения ты не сдался, а смог вернуть свою силу воина. Воин Стрельца, призови меня! Да, но кто ты? Я понял. Дай мне свою силу, Дикий Скричер Стрельца, Этерлорд! Ты настоящий воин Стрельца, Ксандер. Так что давай будем сражаться вместе. Рука об руку. Прощай. Так вот она, настоящая сила Стрельца. Робот-малыш. К бою! Скричер-диск! Заряжаю! Выходи, Этерлорд! Диск огня! Заряжаю! Скричер-трансформация! Кузород-трансформация! Этерлорд! Вперед! Нет! Уничтожь его! Шэдоу Фантом! Это не поможет. Когда Рошан наконец полностью возродится, никто из вас не сможет помешать ему уничтожить всю вселенную. Мы обязательно его остановим! Яркая вспышка! Что? Какая мощная! Как это может быть? Этот воин Стрельца одолел меня! Грег! Мы обязательно вас победим! Принцесса Лакин вместе с 12 космическими воинами защитят вселенную Эра! Вот, угощайся. У меня нет денег. Ничего страшного. Пожалуйста, чувствуй себя как дома. Угощайся. Спасибо, мне очень приятно. Вот видишь, Этерлордс, люди изменились. Да, это твоя заслуга. Робот-малыш порадовался бы этому, если бы увидел. Да, сейчас я поем и пойду искать Ринго. Брат! Брат, а вот и я! Ринго! Брат! Ринго! Воин Стрельца смог снова вернуть себе силу.
На этот раз не вышло, но меня никто не остановит. Скоро я вырвусь отсюда и уничтожу вселенную Эра. Дикие скричеры. Хладнокровная гонка. Невозможно. Поражение. Грег, ты меня подвел. Мастер Рошан. Как ты мог проиграть воину Юнцу? Простите. Если тебе не хватает мощи, чтобы победить этих космических воинов, я дам тебе новые силы для борьбы. Вы о чем? Что это? Ксандер, Ринга, рада, что вы в порядке. Мы даже более чем в порядке. Ринга только прибыл, вот мы и связались. Отлично. Я так рад, что все целы. А я-то как рад. Ребята, где это вы сейчас? А, на Санблоттере. Кстати, у меня есть важные новости. Наши с братом скричеры наконец-то пробудились. Ха-ха, теперь вы сильнее. Да, вы стали настоящими космическими воинами. Лакин, куда нам нужно лететь? Рошан восстает. Нужно быстрее найти остальных воинов. Мы летим на планету Соратник. Встретимся с вами там. Ксандер, Ринга, идите веселиться, тут столько вкусной еды! Что? Что за шум? Чем вы заняты на Санблоттере? Мы... Исследуем тут всякое. Ищем способы одолеть Рошана. Отличный день. Что скажешь? Ринга, попробуй это. Ксандер, и ты попробуй. Блюда очень вкусные. Веселитесь! Будьте счастливы! За космических воинов! Что? Исследование на вечеринке? В общем, да. Все сложно. Люди тут очень гостеприимные. Они решили отпраздновать, мы отказались. Но они настояли. Ага, я вижу, как вы веселитесь. Не волнуйся, у меня есть корабль с бронещита. Мы скоро с вами свяжемся. Идите сюда. Идите сюда. Сколько можно болтать? Так это они? Да, это они. Космические войны, которые защищают вселенную Эру и жаждут справедливости. Отлично! Они такие популярные, я тоже хочу быть воином! Выясни, как это сделать! Обязательно займусь, мистер Пол. А, странно, он не взлетает. Ринго, в чем дело? Есть проблемы с кораблем? Да, не взлетает. Не понимаю. Брат, беги! О нет, наш корабль! Он не работает, а ведь я приложил столько усилий. А? В смысле не работает? В чем дело, ребята? Попали в какую-то беду? А? Да, корабль не работает. А нам нужно на Соратник. Мне жаль это слышать. Знаете, у моего хозяина полно разных кораблей, вы могли бы один одолжить. А? Правда? Это же отлично, братик! Спасибо, мистер. Это Скричер? Слушайте внимательно! Меня зовут Пол. Я космический воин и хочу спасать вселенную. Ты космический воин? Мистер Пол считает вас потрясающими и тоже хочет быть космическим воином. Ксандер, Ринга! Отдайте ваших скричеров. Если я стану космическим воином, то одолею Рошана в считанные минуты. Ты это о чем? Ты им не станешь, ведь скричера может призвать только тот, у кого есть космический знак. А? Мне все равно! Хочу быть космическим воином! Да успокойся! Вам жалко, что ли? Дайте мне стать космическим воином! И как он может быть таким неуправляемым? Что это? Как громко! Слышишь, Даррен? Неси мои закуски! Конечно, мастер!
У меня чаепитие. Самое важное время дня. Ух ты, выглядит вкусно. Оденешься? Нет, это моя еда. Жадина. Брат, у нас нет времени. Просим корабль и летим. Можешь одолжить нам свой корабль? Нас на соратнике ждут друзья. Конечно. Спасибо. Не думал, что он согласится так быстро. Но... Предлагаю уладить вопрос с соревнованием. Ты о чем? Если вы победите, я одолжу вам корабль. Но если вы проиграете, вам придется отдать Кричеров. Так не пойдет. Мы не станем с тобой соревноваться. Не знал, что космические воины трусы. Чего? Трусы, трусишки. Давай сразимся, брат. Мы ему ни за что не проиграем. Хорошо, нам все равно нужно на чем-то улететь. Стойте, погодите минуту. Я заключу соглашение. Ринго! Да, мы обязательно победим. Вот увидите. Да! Ура! Вперед! В чем дело? Я не знал, что у нас будет гонка. Гонка скричеров начинается через считанные минуты! Сможет ли мастер Пол одержать победу? Получит ли он скричера и станет ли легендарным космическим воином? Так, погодите-ка! Я думал, будет битва! Это соревнование, а не битва. Сами знаете, в бою мне вас не одолеть. Вы же воин, и выбирать бой нечестно. Ах вы! Я давно не участвовал в гонках! Ринго, мы его обгоним! Правила гонки! Слушайте внимательно! Правила элементарные. Кто первым пересечет линию финиша, побеждает! А за трансформацию во время гонки – дисквалификация! Мы сможем, Этер Лордс! Точно! И быстро доберемся до финиша! Ринго и Ксандр, ради победы я готов на все! А? Что он сделает? У меня плохое предчувствие! Всем участникам приготовиться! 3, 2, 1! Вперед! Отлично! Езжай! Обгоняй их! Ха! А я-то думал, что он хорош в гонках! Скричеры вырвались вперед и добрались до первого препятствия! Да что происходит? Мы не продвигаемся вперед! Смотри, дорога едет в другую сторону! Что? Так они специально переделали дорогу! Берегитесь! Грязный ход! Я не могу ехать вперед! Не сдавайся! Давай выложимся, Этер Лордс! У нас получится! Да, ты прав. Вперед! Отлично! Они смогли! Да! Машина Пола едет как улитка! Мы победим! И это было только начало! Почему перед ним дорога остановилась? Что у вас там происходит? Чего? Ничего не слышал! Да! Спасибо, мистер Пол! Наушники, что надо! Нечестно! Они договорились! Это совсем несправедливо! Хватит! Впереди второе испытание! А впереди огромный лабиринт! О, да! Вы шутите? Хэви Армор! Просто пронесись насквозь! Чудно! Просто легче не бывает! Так, это уже слишком! Должен сказать, сегодня отличный день! Спасибо мастеру Полу! Шерсть так согревает! Да прекратите вы уже! А дальше у нас ракеты! Что? Ракеты? Осторожно! Нужно быть начеку! Это точно! Он невероятно подлый и найдет путь обхода. Это нехорошо. Продолжим так же. Он нас обгонит и точно победит. Надо что-то делать.
Даррен, мне надоело играть. Сделай уже так, чтобы они проиграли. Не волнуйся. Сейчас они попадутся. Ну и Пол ведет грязную игру. Даррен, давай. Да, сэр. Отряд скричеров вперед! Что? О-о-о! Ну дела, мы окружены. Я не могу пошевелиться. Кто дальше? Ух ты! Дорога просто сложилась. Прекрасно! Победа будет моя! Ха-ха-ха! Вот злодей! Ау! Там идет гонка космических воинов. А? Гонка воинов? Хочу посмотреть. Они приближаются к обрыву. Что же предпримут гонщики? И что нам делать? О, нет! Нам необходимо заполучить их контроллер. А, есть план. Даррен, быстро! Приготовь мне обед! Да, сейчас, сэр. Как летит время, уже наступило время перекуса. Давай, Ринго. Сведем-ка мы мост. Что происходит? Мост соединяется! Мастер, нас обманули. Хорошо, Heavy Armor, Эдерлордс, вам нужно ускориться. Хорошо! Что? Heavy Armor и Эдерлордс стремительно набирают скорость. Они вырвались из осады, но мост еще не сведен. Что они будут делать? Отлично! Молодцы! Что? Даррен, они снова это сделали! Простите, сэр. После всех препятствий они подъезжают к финишу. Всем задержать дыхание. Heavy Armor и Этерлордс приближаются к финишу. Я же говорил, мы не проиграем. Нет, я так не хочу. Я должен выиграть, Даррен. Я не могу проиграть. Не волнуйтесь, у нас есть секретное оружие. Прекрасно. Так останови их. Да, сэр. Активировать секретное оружие. Что? Что это такое? Невероятно! Этот скричер просто огромный! Да! Победа моя! А вы мне проиграете! Но, сэр... Секретное оружие стоило всех наших денег. С десяток лет мы проживем на бабах. А, на бабах? А как же вкусняшки? Вкусняшек не будет. О, нет, мне не нравятся бабы. Давай, вперед, Эдерлордс. Heavy Armor, ты прорвешься. Да, вперед. Как раз вовремя. Получайте супердавля! Это еще что? О, нет! Вперед, супервзрыв! Эдерлорд! Heavy Armor! Плохо дело! Не могу пошевелиться! Смотрите! Машина мистера Пола обогнала их! Вперед, вперед! Темная лошадка вырвалась! Историческая победа! У мастера Пола получилось победить! Поздравляем! Ура!
победителем стал я! Вы молодец! Спасибо! Спасибо всем! Прекрасно! Я счастлив! Еще фото! Еще одно фото, пожалуйста! Я просто не могу поверить! Брат, и что нам делать? Мы правда отдадим ему наших скричеров? Ха-ха-ха-ха! Теперь я космический воин! Что это такое? Так ты космический воин! Какой слабый мальчишка! Мы легко его победим! Что вы будете делать? Братик! Армия Рошана! Избавьтесь от него! Сделай что-нибудь, Даррен! Я ничего не могу! Хватит! Ах, вы злодеи! Мы вас проучим! Откуда вы здесь взялись? Ринго, Ксандер! Мы тоже здесь! Наша миссия — следить за тем, чтобы вселенная Эра не была уничтожена! Братик, давай с ними покончим! Давай! Диск огня! Диск воды! Заряжаю! Скричер-трансформация! Кувырок-трансформация! Heavy Armor! Кувырок-трансформация! Этер Лорд! Погодите, эти скричеры кажутся очень сильными! Мы не хотим сражаться, пускай будет ничья! Я так не думаю! Яркая вспышка! Срази его, Heavy Armor! Безумное пламя! Не могу в это поверить! Хватит! Бежим! Справились! Мы смогли, братик! Ради мира во Вселенной мы пойдем на многое! Да! Это было потрясающе! Должен сказать, вы настоящие космические воины! Да! Реальнее некуда! И ты готов прекратить соперничать? Да, конечно! Не хочу иметь дело с этими ужасными врагами! Отныне я лучший друг космических воинов. Более того, однажды мне даже удалось их победить. Кто тебе сказал, что мы теперь друзья? Я хотел одолжить вам корабль во имя зародившейся дружбы. Согласитесь дружить с мастером, и мы точно одолжим вам корабль. Мы ведь даже проиграли ему гонку. Потому что они строили нам козни. Ладно, давай будем друзьями. Прекрасно, ура! Сделаем фото на память. Фото? Отлично, прекрасно, потрясающе, теснее. Вы же друзья. Отлично, у нас есть корабль. Теперь берем курс на соратник. А вот и ты, Скричер Девы. Давай, покорись мне, потому что я твой хозяин с космическим знаком. Хоть ты и преемник силы Девы, я не подчинюсь тому, чье сердце было ослеплено тьмой. Глупец. Прошу, отдай мне приказ, мой хозяин Грег. Ха-х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 а-
Дикие скричеры. Снежная битва. У вас новые скричеры Стрельца и Рака? Хэви Армор и Этер Лордс очень классные! Вот теперь вы настоящие космические воины! Хочешь сказать, что раньше мы были не настоящими? Успокойся, я просто рад за вас! Вы нашли себе отличных скричеров! Ой, как здесь холодно! Планета-соратник покрыта снегом! Да, ты прав, здесь холодно! Хорошо, что на нас надеты боевые костюмы! Да, надо действовать быстрее. Наша задача — найти воина-девы. Это точно. Здесь даже озеро покрылось слоем льда. Хоть я и робот, но даже мне что-то нехорошо. Ты чего, робот? Взгляни на меня. Лично меня холод не берет. Ой-ой, сообщение от Лео. Что? Они нашли космического воина? Прием, как слышно? Лео, это Дрейк. Ох, ужасно. На нас напал неизвестный скричер. Мы не можем его победить. А? Что? Ой, нет. Останови его, Кинг Скорпион. А? Эй, куда он пропал? Лео, что происходит? Злодеи. Мы в порядке. Простите, мы не смогли его остановить. Теперь он движется в вашу сторону. Осторожно. Мы его не боимся. А? Что это такое? Да что ж такое? Ого! Почему он напал на нас? Неважно, надо его укротить. Энергетические диски огня, заряжаю. Скричер трансформация. Трансформация! Квент Лайон! Флеминг Лайон! Ах ты, злодей! Брат! Да! Энергетические диски огня! Заряжаю! Скричер трансформация! Кувырок трансформация! Это Лордс! Кувырок трансформация! Хэви Армор! Вперед! Ха! Это Стил Дрэгон! Сейчас они сразятся с ним! На! Получай! Сейчас мы им покажем! Ха! Какие молодцы! Тогда получите! Драконий удар! Последний удар! Что случилось с этим скричером? Они действуют вместе? Как интересно! Подавление гравитации! А-а-а!
Ничего себе! Он победил их за минуту! А, не может быть! Возвращайся, Джозеф. Сегодняшняя задача выполнена. А? Скажите, а какой скричер принадлежит вам? Ха, не твоего ума дело. А? Ха! Я не понимаю, у кого на службе этот дикий скричер? Он же напал на армию Рошана. Может, он встанет на нашу сторону? Да. Поехали, найдем его. Ну вот и все. Дальше следы теряются. А? Тупик. Ого! Ха-ха! Эй, идите сюда, здесь есть секретный ход. А? Секретный ход? Видите? Я так и знал. А это что? Привет. Проходите, пожалуйста. Снаружи так холодно. Пожалуйста, выпейте горячий кофе. О, да! Теперь мне гораздо лучше. Простите меня за мой поступок. Я отправил моего скричера Крэкинг Дрэгона, чтобы он напал на всех вас. Я думал, что вы из армии Рошана. А? Да что ты? Значит, это был космический скричер? Да, все верно. Меня зовут Бернар. Очень приятно. Значит, ты воин девы? Да, так оно и есть. Только, к сожалению, у меня возникли проблемы. Что, правда? Какие проблемы? Постойте, до меня дошли слухи, что среди воинов есть два брата из другой вселенной. Это вы? Да-да, я Ринго, а это мой брат. Ксандр. А, мне интересно узнать о вашей вселенной. Расскажите мне про нее. Конечно, но сначала расскажи, какие проблемы у тебя возникли. Может, мы сможем помочь? Ну ладно, я вам расскажу. Какие-то злые силы пытаются забрать у меня моего Крэкинг Дрэгона. А? Что? А что за злые силы? Грег, командир армии Рошана. Что? Грег? Да, он... Космический знак? Он сейчас появится. А? Ах ты, злодей! Да, это на самом деле, Грег! Перестань противиться, Бернар, и отдай мне своего Крэкинг Дрэгона. Почему у него космический знак? Ринго! Спасибо! Янг, лети сюда! Забери нас! Не понимаю, как армия Рошана смогла завладеть космической силой? Бернар, ты говоришь, что Грег может управлять Крэкинг Дрэгоном так же, как и ты? Да, так и есть. Но это же катастрофа! Крэкинг Дрэгон такой сильный, что может все уничтожить! Пока что я могу сдерживать его попытки. Но если силы меня покинут, тогда Грег сможет полностью захватить власть над ним. Хорошо, что рассказал об этом. Молодец. Мы постараемся тебе помочь. Располагайся. У нас ты сможешь отдохнуть. Идем со мной. Я все тебе покажу. Что? Армия Рошана! Вы должны
немедленно выдать мне Бернара. Ни за что! Если вы сейчас же отдадите его мне, на этот раз я не стану использовать против вас всю нашу силу. Ха, мы ни за что этого не сделаем! Мы не отдадим Бернара или Крэкинг Дрэгона! Вы видели мой космический знак от мастера Рошина? Вы никак не сможете остановить меня! Не надо хвастаться! Скричеры для того, чтобы защищать Вселенную! Вы не сможете его использовать! Ну все, разговор окончен. Уничтожь их, Shadow Phantom! Слушай, мой Flaming Lion был поврежден в прошлой битве. Он еще не восстановился. Как и другие скричеры. Смотрите, как странно, Бернар пропал. Смотрите сюда, от нас только что кто-то вылетел. Что происходит? Это же Бернар! Простите, но Грег нужен только я. Не хочу, чтобы вы погибли. Бернар, вернись! Ну что ж, ты сам напросился на это! Бернар! Чего же вы ждете? Ксандр, Ринго, быстрее за ним! Да, сейчас! Мы сейчас ему поможем! Да! Ну что, вы готовы? Да, готов. Огненный рывок! Сокрушающая атака! Огонь по спирали! Фантомный вихрь! Брат, но его здесь нет! Эй, Бернар! Он не мог далеко уйти. Пошли искать. Бернар! На самом деле нет никакого Бернара. Shadow Phantom? Скричер диски! Заряжаю! Выходи, Этерлорд! Выходи, Хэви Армор! Вперед, ребята! Вы сможете! Вы в порядке, принцесса? Да, я в порядке! Что-то не так с кораблем! О нет! Корабль потерял управление! Он не может противостоять гравитации соратника! Это плохо! Нет! Корабль сейчас упадет! Кувырок трансформация! Это лорд! Хэви Армор! За дело! Скричер Дис! Заряжаю! Выходи, Крэкен Дрэгон! Отлично! Это Бернар! Нет, это Грег! Эй, что вы сделали с Бернаром? Энергетические диски воды! Заряжаю! Скричер трансформация! Кувырок трансформация! Крэкен Дрэгон! Как это? Выходит, Грег захватил контроль над Крэкинг Дрэгоном! Крэкинг Дрэгон, Shadow Phantom, вперед! Прикончите этих двух космических воинов! Вперед! Этер Лорд! Вручи их как следует, Хэви Армор! Хорошо! Давай, Даски Антилоп! Останови падение корабля! Нет, корабль все равно падает!
О, Ринго, смотри! Наш корабль сейчас упадет! Янг, что случилось? Янг, ответь мне! Наконец-то удастся уничтожить космических воинов. Вперед, скричеры! Подавление гравитации! Так не получится! Брат, у меня есть план! Да? Что ты придумал, Ринго? Ха! Вы действительно думаете, что вам удастся убежать от меня? За ними! Держитесь! Не отпускайте корабль! Ну вот, а теперь время действовать! Скричер-трансформация! Скоро-трансформация! Это Ло! Хэви Армор! Вперед! Это бесполезно! Вперед, уничтожьте их! Вперед! Хэви Армор! Вперед, Этерлорд! Да? А я тебя жду! Что? Безумное пламя! Не может этого быть! Отлично! Осталось победить Крэкен Дрэгона! Нет, подожди! Надо остановить корабль! О нет! Мы падаем! Хэви Армор? Этер Лорд? Ничего не говори. Нам надо спасти корабль. Отлично, они успели. Спасибо всем скричерам. На этот раз вам повезло, космические воины. Но я еще с вами расправлюсь. Наступит день, когда я вас уничтожу. Бернар! Где же ты? Вон он! Бернар! Ксандр, Ринго. Ты в порядке, Бернар? Нет. Грег отобрал у меня все энергетические диски. Где он сейчас? Не волнуйся. Слушай, мы его сейчас победили. Скричер-диск? Да! Значит, Крэкинг Дрэгон больше не принадлежит Грегу. Да, и это здорово. Спасибо вам, Ксандр и Ринго. Бернар, теперь ты присоединишься к нам? Будем сражаться вместе. Да, конечно. Ага! Отлично! Как здорово, ты